Скажите, пожалуйста, вы по этой горизонтальной системе вы готовы? Нет. Что получите? Мы говорили на прошлом заседании, на прошлом, когда что мы возражали, потому что это не от нас зависит, даже не от ЖКХ. Это жильцы должны дать свое согласие. Мы обслуживаем только трубы. Они не наши даже. Они людей. Ну вы понимаете, да, что реализация этой программы приведет к банкротству вашего предприятия? Ну, оно к банкротству не приведет, оно приведет тот отдел только. Часть людей останутся без работы. Человек 30-35. Мы уже дальше потянется. Да, дальше. Эта служба просто сократится, останутся только сети ХВС и канализация на обслуживание, все. Само центральное отопление. Но это тоже нереально. У нас в обслуживании 435 домов, и за один год это не переведут на горизонтальную систему. Ну, тогда господин Брынза говорил, что если будет сокращение вот этой службы, он этих людей возьмет на работу. Был такой разговор, как сейчас будет, не надо сказать. Какие планы? Я по поводу обещаний слышал от других тоже обещания, что горячая вода будет в трубы водной. Отключать ты можешь тогда, когда хочешь. Те дома, которые у нас сейчас пользуются этой системой, они практически этой водой не пользуются, а пользуются по старинке своими бойлерами. Потому что они считают, что очень сама система далеко до квартиры, пока доходит теплая вода, да, подогрев воды. То есть кубометр. Нет, на Болгарской я был в доме, который вон у вас находится. Да, Болгарская. 62, если. Да, 62. Мне все рассказали, как есть. Горячая вода не грубая, вода только тогда, когда... Там только это, и они сами отключают. Отключить они не имеют права, им сказать, что нельзя. Да. Хотя в контракте это не записано. Да. Да, там есть свои проблемы, и люди столкнулись сейчас, когда уже начали пользоваться. И там, если в течение летнего периода можно было оплачивать долг, да, который накапливается в зимний период, то у них в этой системе совсем по-другому. Они выписывают предписание, и в течение 5 дней должны гасить задолженность. То есть человек уже не имеет права переходить на летний период.